Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп! И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор красной глины 20 грамм. Месторождение красной глины есть также в Египте. И, собственно, там же применяла на себе маски в ванной из этой глины и красная Клеопатра, чьими рецептами красавицы всего мира пользуются уже много веков. Современная фармацевтика учитывает уникальные свойства и использует красную глину в составе известного препарата. Косметологи особенно ценят стимулирующие свойства этого вида глины, которые способствуют активизации процесса регенерации и очистке кожного покрова. Красная глина в косметике применяется, потому что у нее есть оксид железа, которого в избытке в красной глине, используется передовыми косметическими компонентами, которые нацелены на производство натуральной косметики. В составе румян для лица красная глина дает матирующий эффект благодаря своим стимулирующим свойствам. Она вызывает естественный румянец, а еще при этом оказывает действие защитного антисептика, который не дает проникать в кожу вредным веществам из окружающей среды. Силикат алюминия, который есть в красной глине, очень полезен для нормальной жирной кожи. Именно этот компонент глубоко очищает кожные поры, удаляя омертвелые частички, имеет отбеливающий эффект. Ценные свойства оксида железа и силиката алюминия хорошо проявляются во всех косметических средствах для проблемной кожи. Очищающие, отбеливающие качества глины широко применяются дерматологами для лечения многих кожных проблем и заболеваний. Глина улучшает кровоснабжение дермы и считается, что даже снимает аллергические реакции. Красная глина в мыловарении дает полезное антисептическое мыло, придает мылу цвет, отлично подходит для мыла скраба, активизирует циркуляцию крови в коже, эффективно очищает кожу, матирует кожу и убирает жирность лица. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем красную глину нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!